открыто высказывать свое мнение, не опасаясь реакции окружающих. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Для таких личностей характерна экстраординарность. Они обладают аналитическим складом ума, но ко всему в жизни склонны подходить очень творчески. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «М» в имени воспринимается окружающими положительно. У владельцев этого имени есть твердое стремление везде побывать и все испробовать на собственном опыте. У носителя этого имени есть проницательное воображение, полет фантазии, блестящий ум, порой на грани гениальности. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Люди с шипящими именами одарены в области изящных искусств, имеют хорошие артистические данные, обладают врожденным чувством такта, никогда не заденут чужого самолюбия. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Также стоит отметить, что эти люди сильно чувствительны к тому, что о них говорят другие. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Им важно, как они выглядят в глазах окружающих, поэтому стараются добиться высоких результатов выбранной деятельности. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Этим людям характерна внимательность к жизни. Таким личностям стоит уделять больше внимания самочувствию из-за частых перепадов настроения. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.